смотрим, как нам повезло на мародёре. Ничего такое. Такси фейс вырубается. Почему там? Зачем там? Спрятались за камешком. Мы попали. Отступаем. Так, а мужик француз там стреляет. Мы попали. Сбили гусениц без повреждений. Почему-то. Какие они маленькие и редкие. Но опять не попали. Везет. Попали. 148 очков жизни выбили. Опять мимо, но не пробили почему-то, потому что везучий француз, у него сильная пушка француза, если он прокачан по максимуму. Ладно, надо двигаться вперед. Как-то так. Трое против пятерых. Я не в счет, так что двое против пятерых. Сейчас шмальнут. 151. Почему не показывается вот здесь вот, что из меня выбили 151 очко жизни, непонятно, вот. Не хочет выходить. Стесняется. Попали. Да что ж такое-то? То есть попали, но не пробили. Издевательство какое-то. А пробили. Всё. Ура!
нашем полку прибыло. Прибыло это мы. Кинул. Ладно. Значит, наш полку убыло. Ну ладно, это хорошо. Так, а что у нас там? Так. М3. Четвертый уровень. Так. Это странный бой здесь. То ли трое настоящих игроков и четверо ботов, то ли двое настоящих. Ну, чё он так странно выглядит? Наверное, это настоящий игрок. На помощь. Трое настоящих, а остальные все фальшивые. Это мы узнаем в конце. У роботов не открывается профиль. У них звездочки беленькие. Беленькие звёздочки, запомненные. Не хотят к нам ехать. Приходится самим как-то вылезать. Вылезли. Вон, мимо. Спрятались. Опять лезем, лезем, лезем. Снимала было, но это такой хороший танчик, сплошные симпатичные углы наклона, и хрен в него попадешь. То есть рикошетит хорошо. Рикошетит. М3 симпатичный. Так. Самоходная артиллерийская установка. Зачем делает? Бум. Еще и меня стреляют зачем-то. Зачем меня стрелять? Кому-то вдруг понадобилось.
такой хороший. Аминь. Плохие. Вот кому понадобилось у нас стрелять. Такой маленький, но вредный. Видите? Ушел пахать. Сейчас нам в бок еще вредят. Наверное. Да, влепили. Дважды зачем-то. Трижды влепили. Ой, какие. Нет, джентльмены. Надо стрелять. Прямо в лицо, как можешь, а не в спину. О, какой нехороший. Яко. Та-та-та-та-та-та! Наибольшее количество очков жизни выбили из врагов. Цинк. Это можно удалить. А это... Посмотрите. Горячие пески. Это самоходная артиллерийская установка, противотанковая. Т-67. Маха такая. Но вредная. Для здоровья. Такая неповоротливая такая. Такая. Такая она. Раз и такая. Как она удачно встала-то. Господи, как удачно. Ох, как все. Это скорострельное. Мимо. Не успели мы его убить. А жаль. Так хорошо начиналось у них. Захватили одну точку, другую точку. Захватили. Ну,
Не хоть одного угробили. Теперь пойдем на захват точек. Пока началось. Три точки захватили. Но это все еще жив. Наш приятель. Легкий танк. Пишем Т-34, Т-34. Китайский. Он почти угадал. Т-37. Это который чудом вышел. Ладно. Что? Я попадаю в СУ-100. СУ-100. И срывы такие жуткие здесь. Я могу курку собрать. Можно было с партнершей стрелять. О, попали. 497. И у нас попали 320. Ой, еще. Ой.
なんかどうですか。マラジョ。Шестеро против троих. Пятеро против троих. Он стреляет. Главное, АТ-2. Она бьет по правому борту. Неудобно он встал. Выехал, мы бы сразу его сняли. А так вот целить как-то неинтересно. О, вот АТ-2. Зверская машина. Жуть. Вот такая лобовая броня у нее. Прямо смерть. Два против четырех. Двое против четырех. А что это черненькое было 90, а теперь 87. Ой, зря он подошел так близко. Это мы его. Неужели мы пробили его броню? Или это нам показалось? Ну ладно. Так, а это... наш коллега. СУ-100. Вай. Вай, ты рай. Вели. Он. Неужели пробили броню АТ-2? Сейчас посмотрим. Детальная эффективность. АТ-2 уничтожен. Да. Пробили броню, значит. Лобовую. Конечно, шестой лобовой. Но не настолько же. Ладно, мародер повредили нашего коллегу, ранили. Нет, коллегу убили. Немца ранили. Уничтожили и коллегу тоже. Ну ладно. Что мне нравится в СУ-100Y, так это денежка, которую она зарабатывает. О, наибольшее количество выбили. Очков жизни с чужих танков. Душу поймаешь, выбери из них. Не, дух. Дух выбери. Дух вон, лапки кверху. Да, потому что вовремя поменяли позицию.
драпанули. На заранее подготовленные позиции. Самоотверженно драпанули. И в результате героическая победа. Та-да-да-да-да-да! Да, мы молодцы. Какие мы молодцы! Вот такие молодцы. Скромные какие-то. Не скромные. На этом вообще ничего. Не подбираем тут ключики, потому что... А почему? Потому что они все равно сгорают. Наверное. Ой, загорелся что-то. Может, зря мы их не подбираем? Да, зря. Будем теперь подбирать. Ну, почему их не подбирали? Потому что... Ну, 6000. Вроде бы. В других сундучках. По 60 000 дают. А здесь не подбирали ключи, потому что слишком редко играем. Но, оказывается, можно 30 набрать и открыть. Здесь еще что-то накапливается. И там, и сям. Это чтобы... Дети вообще не делали уроков, а все время сидели здесь круглосуточно. Собирали эти гвоздики, кружочки. Ключики, грибочки. Дурдом. 75 золотых можно. Буратиночки собрать могут. Да. Ну ладно. 320 ключиков и 600 ключиков. Обновление один день. 10 часов. Недельная награда. Жуть. Ну ладно. Это надо безвылазно пересидеть. Как у нас там с кланом? С кланом все в порядке. Пятеро. Один попросился, мы его приняли. Процентов побед у клана. Так. На этой оптимистической, я бы сказал, ноте мы заканчиваем своё повествование. Колесико не работает в мышке. Такой ужас. Это майкрософтовская мышка. Беспроводная. На ней была
Regional da Coreia. A regional China regional, né? Localística. Vai tomar outra China. Esqueça. E porra, botei aqui. Otim, porra, botei aqui. Otim, porra. Ah, deixa eu ver se eu acho. Ah, não, não, demais, ó. Ah, porra, cruz. Porra. Não, não. Sempre é. Заходите, если что. Если что, мы всегда здесь, на канале. Гамил. Гамил. Привет.